Проблемы со здоровьем не помеха. Ульяновские подростки борются за победу в конкурсе «Обилимпикс». Будущие профессионалы выступают во многих компетенциях – от поварского дела до менеджмента. Конкурс для ребят с ограниченными возможностями проводится 8-й раз. В этом году добавили еще одну компетенцию – социальную защиту. В региональном этапе соревнуются 180 участников. Ребятам очень интересно. Обычно, так скажем, они готовятся очень долго и упорно, и хорошо выступают. Александра Определенцева мечтает стать учителем младших классов. Она учится в педагогическом колледже. Саша решила поучаствовать в конкурсе, чтобы поверить в свои силы и быть увереннее в себе. Мне это было всегда интересно. 6 класса я уже знала, что пойду в педагогический колледж, а потом пойду уже на высшее образование. На открытии конкурса наградили и молодых волонтеров. Затем для участников приготовили сюрприз – музыкальный спектакль «Ханума». После регионального этапа конкурса лучшие участники отправятся на федеральный чемпионат «Обилимпикс». Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.